Малоизвестная на российском игровом рынке компания Growler Interactive выпустила игру «Banzai Bug». Главное действующее лицо в ней — муха, обыкновенное насекомое. Вам предстоит увидеть мир ее глазами и ощутить все прелести мушачьей жизни. История начинается с того, как муха под именем Банзай попадает в дом, состоящий из семи комнат. Владельцем дома является человек-машина, имеющий черные мысли по уничтожению человечества. Но наш главный герой и его помощники, являющиеся такими же пленниками, как и Банзай, начинают мешать хозяину дома. Для того, чтобы его уничтожить, друзьям необходимо создать отравляющую бомбу. Чтобы собрать все компоненты для нее, необходимо пройти все 7 уровней. Как вы уже, наверное, догадались, каждая комната представляет собой один уровень. Игра полностью трехмерная, все объекты в ней отлично прорисованы и стилизованы под 50-е годы нашего столетия. И, пожалуй, нет другого симулятора, который представит вам удовольствие полетать, например, под автомобилем, припаркованным в гараже. Ну вот и все.